Вот теперь начнется самое интересное. После того, как мы растянули тракциями, да, голову, кладем ее вот основанием черепа вот сюда, на свою вот эту перепоночку, да, чтобы она лежала вот так вот. Ладненько. Проверяем ее поворот вот сюда, выше него. В одну сторону, кстати, уже поворачивается. То есть сам череп еще должен немножко вот так вот поворачиваться. Опять же, положили, повернули голову как можно дальше, чуть-чуть отодвинули назад. Вот он здесь лежит. А второй рукой у нас будет рычаг в челюсть. Вот. Вот был сучок, это мы ему поставили атлант. Не страшно? Дыши, дыши. Если вот у человека не получается шею вот так вот раскрепостить на столе, да, тогда берем его прямо, сдвигаем со стола. Да, немножко подтягивайся сюда. Еще, чтобы было висело. Еще. Вот он висит, свобода, не бойся. Еще раз можно упереться, проработать вот эти вот мышцы массажем, да? И поворачиваем мягко вот в эту сторону. Чуть-чуть назад докручиваем. Если надо, опускаем еще ниже стола, да? И поворачиваем в эту сторону. Будешь делать? Или ну, нет? Здесь вот плоскость вот эта только. Или все-таки как-то. Нет, все так же по спирали и на вытяжение. Да, еще и вытягиваем. Попробуешь или нет доделать? Ну, нет. Ну так только руки приложить, попробую чуть-чуть. А с самого манипуляцию не будет. Погоди. Тогда подходи сюда. Я руки поставил. Да? Вот эта рука, она... Я тебе как сказал, вот так вот кладешь на перепонку, чтобы максимально было свобода движений у его черепа и у твоей руки. Вот, да, это сейчас ты будешь поворачивать в эту сторону. Да. Соответственно. Подожди, подожди. На руку, держи руку на месте, держи на месте руку нижнюю. А голову еще побольше поверни. Вот. Нет, ну она лежит просто. Тебе голова должна лежать прямо на руке, вот так. Не вот так вот, а вот так вот. Ну вот. Да, поворачивай до конца. На себя еще загибай и вниз, вот туда. Угу. Вот, а эта рука рычагом считается. Угу. Может предплечьем приложиться. И вот я и оттягиваю чуть-чуть. Да. Это понятно. А вот это у меня голова соскальзывает с руки. Почему? Потому что положил не туда, если говорю. Значит, вот так же. Вот, вот голова повернута, а руку сюда двигай, сюда. Вот, вот так, да, вот так вот удобно. Ну вот она лежит. И вот она, да? Да. Я не буду делать. На себя. Вот вниз, я оттягиваю, вот вниз. Туда, вот туда. Да. Вот, да? Да. То же самое можно делать и стоя, и сидя, и лежа. Ну, не буду, и спереди, и сзади. Ну, сейчас просто, мы уже хрустнули ему, да, поэтому. А здесь, если я просто не буду тоже смотреть, вот тоже так оно лежит. Тоже оттягиваем, соответственно. Да. Да, вот да. Да, только ты опять руку далеко положил, ближе, сюда, вот, вытаскивай руку вот сюда. Вот, чтобы на руке лежит голова. Если надо, опускайся ниже стола. Нагнись вниз, присядь на коленях. На коленях ты присядь. Ты присядь на коленях. Присядь? Чуть-чуть, да. Вот, да. Присел, чтобы. Она не... должна лежать на руке, вот прямо да, по центру практически. Да, на руке, да. Или провисает за руку туда, вот туда провисает. А, и вот она. Провисает. Да, чтобы легче ему было. Уже есть натяжение, да, до преднапряжения доводишь. Стоп, ну, еще вот сюда загибай. Вот этот момент еще. Да. Вот, то есть. Да, на бок. Вот, да? Чик. Угу. Да. Вот это надо поймать. Ну я понял. Это бывает иногда и на раз сложно ловится. Так, теперь такое, иди с той стороны. Сейчас мы сделаем такое движение. Страшно на первый взгляд. Да, будешь держать ноги. Мы сделаем вот так вот. Ну, если человек грузный, тяжелый, там, он может своим весом, да. Не проси держаться руками, потому что у него сразу плечевой пояс будет закрепощен, да, просто расслабляется человек. Попроси вот, ну, ты давай держи ноги, да? Я вот здесь держу. Да, держи. Нет, прямо к столу прижми их, да? Прижми, держи, да, потому что будет сейчас растяжение. А ты, пожалуйста, открой рот. Ага,
Сейчас не бойся. Хватаемся за верхнюю челюсть. Также кладем голову на вот нашу вот эту перепонку, да? Раскачиваем, проверяем, где у него момент движения, когда свобода появится, да? И просто вытягиваем на себя. Так. Получилось? Ага. Расскажи, что-нибудь, что почувствовал. Тут вертело, там вертело, лишь потерял. Да? Вот. Ну, естественно, у кого, насколько подготовлено тело. Иногда, вот мне тоже такое делали, пробивает прям весь позвоночник, прощелкивает аж до трусов. То есть вот у меня было, кстати, ну, что-то там, защемление в пояснице. Именно вот L4, L5 вот, между этими позвонками. И таким способом за голову мне это поставили на место. То есть я сколько раз не массировал там вот это место, да, сколько раз я там тянулся сам. Ну, вот как-то не расслабляет, не отпускает. И вот такой рывок за челюсть, ну, за череп, по сути, да, он помог раскрепоститься именно вот здесь. Ну, ладно, не бойся. Один блок. Этот через задний проход еще ставили, цеплялись пальцем за копчик и как-то там... Ну, это копчик. На Украине кто-то так. А, ну, может быть, да. Ну, такими способами я не рискую. Так, попробуешь его сделать? А я манипуляция с этой салфеткой.